Ну, давайте я, наверное, более подробно для начала представлюсь, расскажу вообще, что это будет за такая тема, лекция. Да, ну что сказать, как бы, да, по профессии я археолог. На данный момент я работаю в Харьковском историческом музее имени Николая Сенцова, и также я работаю по совместительству здесь, в Музее археологии Харьковского университета. Вот. Археология, как и многие принципы, люди, которые связаны с этой наукой, вот если брать в Украине, я начал заниматься еще со школьных лет. Такая статистика показывает, что обычно археологией начинают заниматься с детских кружков археологических. Где-то с 11 лет, это сначала были экспедиции, да, в которые было просто интересно ездить, потом была заинтересованность уже на научном уровне, там и участие в каких-то детских конференциях, малой академии наук, и потом дальше уже университет, как бы, пошло-поехало. Вот. Про лекцию, вот эту сейчас практика. Дело в том, что сложно было выбрать вообще тематику, то есть взять какую-то узкую тему и рассказывать, да, о чем-то. Многие люди могут не понять. Поэтому я вот думал, о чем можно рассказать, когда попросили сделать такую лекцию, и решил лекцию эту посвятить вопросам, которые обычно поступают от так называемых поэтичных громадян, то есть от людей, которые не связаны с археологией. То есть наиболее часто задаваемые вопросы, которые спрашивают у археологов. Откуда я знаю эти вопросы? Вот, да, возникает закономерный вопрос. Просто раньше, когда я работал в другом месте, в другой организации, я эти вопросы слышал буквально каждый день. Это была такая организация, Слобожанская археологическая служба, и занималась она инспекцией земельных участков на предмет выявления археологии. Да? То есть нужно было выехать на участок, который подлежит застройке либо приватизации, там провести исследование. И люди, с которыми мы ездили, они постоянно, каждый день задавали одни и те же вопросы, ну, когда узнавали, да, что ты археолог. То есть постоянно звучали вот одни и те же вопросы. И я сделал такой топ, наверное, топ-10 вопросов, да, об археологии. Постараюсь их максимально объективно, но слишком объективно не получится, конечно, будет лично мое мнение здесь звучать, вот они других археологов. И потом, если у вас появятся какие-то еще вопросы ко мне, я, если смогу, тоже на них отвечу. Хорошо, договорились, да? Ну, в принципе, что такое вообще археология, не знаю, может быть понятно не всем, поэтому я в двух словах озвучу. То есть археология – это наука, которая занимается изучением древностей, связанных с человеком. То есть археологи, как правило, пользуются вещественным источником, который артефакт, да, или объект археологический, который они находят в земле. Конечно же, они используют еще и другие источники, там, и письменные тоже вовлекаются в археологических исследованиях, если они есть для этого периода. Вот. Но археолог прежде всего обращает внимание на вещь, на артефакт, на его контекст, где он был найден, да, и пытается его интерпретировать. Эту картинку я, две фотографии поместил, это из архива Харьковского исторического музея. Харьковский археолог Александр Федоровский, один из директоров археологического музея университета, на раскопках Донецкого городища в пределах города Харькова, это летописный город Донец, вот, и показывает, как выглядели археологи примерно 100 лет назад. Поменялись они или нет, может быть, немного. Сама наука на самом деле поменялась, то есть археология не стоит на месте, и постоянно привлекаются какие-то другие научные дисциплины, идет сотрудничество, и археология всегда развивается. Появляются новые возможности для изучения древности. И вопрос вот номер один. Это самый часто задаваемый вопрос. Какая самая ценная находка была в вашей жизни? Там, либо что-то самое интересное находка.
Вот. Но в принципе это все равно, что как там ребенка спросить кого-то, больше любишь папу или маму. Там, да, или там какие-то вот подобные вопросы. У археолога может такого и не быть, как бы, да, он не может вообще делить вот так вот на ценное, неценное. То есть, в принципе, археолог, если это ученый, он для него важна именно научная ценность. Да? И тут как раз затрагивается вопрос о научной ценности. Вот я хотел несколькими фотографиями проиллюстрировать. То есть то, что для обычного человека может казаться совершенно незначительным, да, и можно просто пройти, для археолога может оказаться в данном каком-то контексте, в раскопе, очень важно. Например, вот такой маленький обломок греческого черноакового сосуда с каким-то кусочком изображения. Вот. Например, на античных памятниках или в Древней Греции такого материала может быть масса, как бы, и он может не представлять ценность. Но если такой фрагмент найдут у нас здесь, в Харьковской области, вот он будет единственным, он здесь будет ну, сверхценным, потому что по нему, возможно, можно будет установить дату, что-то сказать о контактах, о торговых связях и другую информацию можно будет узнать. Вот. Для археолога даже может быть ценным не сам предмет, не только артефакт, а даже просто зафиксированная какая-то маленькая прослойка в земле. Она уже может представлять большую ценность. То есть вот, например, раскопки в центре города Харьков на улице Квитки Основьянка, университетская горка. В принципе, здесь, когда проводили раскопки в 2008-2009 годах, тут, ну, как таких с материальной точки зрения ценных вещей, да, золотых, серебряных, либо каких-то там целых, большого количества артефактов целых здесь найдено не было. Как бы. Но на самом деле тут было сделано очень важное открытие. В центре Харькова были зафиксированы культурные отложения еще периода жизни до крепости. Таким образом доказали, что на территории Харькова существовало поселение или даже небольшое укрепление 14 века после нашествия монголо-татар на эту территорию. И это показало, вот здесь была на самом низу такая темная прослойка, в котором были обнаружены битая посуда, там, кости животных, и по посуде, и по другим артефактам было установлено, что этот слой относится именно к 14 веку. Вот это была как раз самая ценность, то, что найден был такой слой. Он был не разрушенный, сохранился, хотя и спокойно могло быть все это разрушено, как бы, да, и археологи не нашли. Вот. Поэтому, если говорить о ценности для археолога, то здесь археолог видит ценность прежде всего в информации. Вот. Бывают такие случаи, когда раскапывают древние захоронения, и в этом погребении может быть там множество золотых бляшек, то есть там обшита одежда, да, предметами из драгоценных металлов. Но ценный предмет в плане информации окажется сделанный из глины, например, тоже, либо из камня. То есть он будет настолько редкий и давать какую-то новую информацию. А вот эти вот золотая обшивка одежды, это может быть просто массовый штампованный материал, который, в принципе, ну, по ценности может уступать. Вот следующий вопрос. То, что еще задают, будут ли нас расставлять? Не знаю. В принципе, все возможно. Но здесь этот вопрос звучит для того, чтобы разобраться вообще, какими периодами занимаются археологи. Потому что многие люди, и даже вот на афише был нарисован там скелет динозавра, многие люди считают, что там археологи динозавров раскапывают, там, и другие доисторические периоды. Археологи занимаются изучением только периода, вот, начиная с появления человека умелого где-то 2,5 миллиона лет назад, то есть когда появились там первые артефакты, вот это считается уже начало археологического периода. То есть археолог занимается изучением человека и его жизнедеятельности.
Вот. И до какого же периода, ну вот если говорить о каменном веке, то обычно вот самые древние периоды могут быть не обязательно на большой глубине, но, как правило, они встречаются на нашей территории в такой желтой глине, в суглинках лесовинных их находят, потому что это была ледниковая эпоха, и в этот период именно шло почвообразование, вот этот лес. Иногда в некоторых местах его достигает до 20 метров на Украине, потому что здесь была приледниковая зона. Территория, где ледник наступал, ходил, поэтому очень много напластований. И здесь на разных глубинах могут встречаться прослойки, которые будут содержать артефакты. Вот. Их называют культурные слои, то, что оставил человек, свою культуру. Вот. А слой, который без остатков, он будет считаться природным, уже не антропогенным. И до какого периода вот, будут ли нас раскапывать? Сейчас нас археологи не будут раскапывать, понятное дело. Вот, в Украине сегодня самые поздние памятники, которые копаются, это объекты позднего средневековья или нового времени, где-то до 18 века археологи изучают. Например, вот эта крепость, которая на территории Харьковской области и входит в систему укрепление украинская оборонительная линия, она, то есть, представляет, считается археологическим памятником, в ней могут проводиться раскопки. Вот еще один пример, это Сумская улица, где сегодня находится АВ-Плаза, стоит такой центр. В 2010 году здесь проводились тоже такие небольшие археологические исследования. И вот тут, конечно же, мы копаем вот эти 5 слоев асфальта, под ним щебень, дальше битый кирпич там, с битым стеклом. Но в описи это не заносится, это не обрабатывается, этот материал. А вот то, что идет уже ниже, там 18 век, 17, и здесь как раз под улицей Сумской, под пешеходной частью, было зафиксировано 2 жилища. Где-то 17 века, которые уходили под уже проезжую часть улицы Сумской. Их исследовать не удалось, а получилось только раскопать небольшие кусочки, а дальше все, что находится уже под брусчаткой, где там сейчас асфальт, это не получилось раскопать. То, что удалось. И вот такой пример еще из поздних памятников, которые вообще копались в Украине. Эта фотография сделана в музее поля Берестейской битвы в 1651 году. Была битва под Берестечком. Вот. И, конечно же, о ней все известно. Известна дата этой битвы, подробности, там, отступление, то есть все детали известны, но археологи начиная где-то с 70-х годов проводили раскопки, то есть была найдена эта местность болотистая, и там проводились раскопки. Чем этот памятник уникальный? Потому что в болотистой местности, в торфе, происходит консервация. И материалы органического происхождения, такие как кожа, ткань, дерево, они не разлагаются, а сохраняются. И поэтому это действительно уникальный памятник, когда сохранились там седла, обувь казацкая, деревянные рукояти, то есть сохранилось все, все подробности материальной культуры казацкой. Какие-то игрушки, там очень много, большой материальный комплекс, который сохранился. И вроде бы казалось, мы знаем как бы очень подробно вот эту вот летопись казацкого периода, да, что там известны даты, числа, но мы, оказывается, мало что знали о материальной культуре вот этого 17 века, и именно археологические исследования помогают нам шире и более полно представить именно как жили быт, хозяйство вот именно этого времени. И если говорить о Харьковской области, сегодня проводятся раскопки на территории казацких крепостей. Харьков, Цареборисов в Изюмском районе, копалась Валковская крепость, на территории Богодухова проводились подобные раскопки и в других местах. То есть вот,
это самый поздний период, который изучают археологи на сегодняшний день. В некоторых странах уже копают и 19-е, и начало 20-го века. Есть даже там промышленная археология, как копают на территории старых заводов, тоже пытаются восстановить какую-то картину. Вот. Но у нас на данный момент пока вот только дальше. Когда люди приходят в музей или смотрят там какие-то коллекции, бывают на раскопках, возникают закономерные вопросы, сколько все это стоит. Почему человек задает такой вопрос? Или для того, чтобы в случае находки подобной вещи можно было где-то ее продать, как бы, или просто узнать, насколько она ценная. Но сразу могу так сказать, что археологи, ну, именно археологи не оценивают предметы, а именно в деньгах, как бы. То есть они не занимаются этой оценкой. Оценивают предметы уже музейные работники. Но бывает так, что музейный работник, он является археологом, когда он оценивает. Конечно же, каждая находка имеет какую-то свою стоимость. Например, там, золотая пиктограмма. Ну, никто не знает, сколько она стоит. Конечно, у нее есть стоимость в несколько миллионов долларов. Каждый предмет определяется его стоимость. На самом деле какой-то единой методики сегодня нет в музейном деле, как определяется стоимость предмета. Поэтому стараются отталкиваться там, ну, от каких-то своих внутренних инструкций. Каждый музей по-своему может оценивать артефакты. Зачем нужна цена на музейные предметы? Она служит страховой ценой, то есть это страховая стоимость артефакта самого. И каждый музейный предмет имеет такую цену. В случае, если вещь везется на выставку, и что-то с ней случилось в дороге, либо ее украли, да, с выставки, то в таком случае музею должна быть возмещена именно эта страховая стоимость. То есть так музеи защищают свои коллекции для того, чтобы они сохранились. Вот. Ну, этот, и даже больше этот вопрос как раз не в адрес археологов, а именно больше касается музеев. В общем, можно так сказать, археологи не знают, сколько это стоит, потому что они не преследуют даже такую цель. Вот. Вопрос, как же археологи находят места, где копать? Видит человек, археологи, стоит экспедиция в чистом поле. Никаких видимых признаков, что здесь что-то было в древности, нет. Археологи почему-то там начали проводить раскопки, то есть заложили огромную площадь, копают, что-то находят. Почему не рядом, например, они копают? Человек не понимает, как археолог находит археологический объект, если нет никаких видимых признаков. Ну, здесь есть очень много способов, как бы. Это не пособие, конечно, я буду рассказывать сейчас для черных археологов, вот, где, в общих чертах постараюсь выразить, да, эту мысль. У археологов действительно есть какие-то карты с пометками, да, где что-то находится. Потому что многие люди так и думают, что у археологов есть секретные карты, там все подробно указано. Родственники вам звонят и говорят, там, Костя, вот у тебя же есть карта там по нашему Валковскому району, а то мы с кумом купили металлоискатель и хотим там что-то искать, нам нужно указать. На полном серьезе так и есть. То есть люди думают, что у нас есть секретные тайные карты. Но на самом деле все очень банально. Археологические карты составляются. Вот эта вот карта была составлена профессором, директором этого университета Дмитрием Багрельевым. Вот еще в начале 20 века, перед 12-м археологическим съездом в Харькове. Это кусочек, маленький фрагмент этой карты за топооснову, то есть просто какая карта была взята. Самая подробная в то время. Карта трехверстовка, или ее называют еще карта Федора Шуберта, который возглавлял эту картографическую комиссию. Это карта Харьковской губернии, где были нанесены известные на тот момент археологические памятники. И к этой карте есть большой список, где поясняется. Номер 23 – это значит там курган какой-то, номер 24 – городище.
Вот. Багали, Дмитрий Багали, на самом деле он больше был историком, как бы. То есть археологические исследования для него это было второстепенно. И понятное дело, он по всей Харьковской губернии не ездил, как бы, не искал эти памятники. Это за всю жизнь невозможно было сделать. Он использовал все данные о случайных находках. Там местные жители сообщали информацию, что где что находится. То есть была проведена такая работа, и то есть, можно сказать, удаленно, как бы, да, не выезжая на местность, он собрал эту информацию и на карте просто вот обозначил вот эти места, где они расположены. Что-то совпадает, потом, когда проверяли, некоторые, например, городище, которое он обозначил, до сих пор нам они неизвестны. Вот мы искали один такой пункт по его карте и не нашли в том месте. Все облазили, как бы этого не было места. Вот. Ну и, кстати говоря, только Багалей составил такую карту по Харьковской губернии и по Киевской тоже Владимир Антонович тоже сделал подобную карту, и больше в Украине таких на то время карт никто не делал. У нас такая была одна из немногих. Потом еще один способ, как находят археологи места. Бывает, это связано со стройкой, строительными работами. Да? Вот один из ярких примеров – это город Киев, когда в 70-е годы строили метрополитен, то были найдены, вот прямо здесь выходят две шахты метро, и археологи, когда проводили исследование, нашли деревянные срубы, то есть дома древнерусского периода, которые оказались тоже законсервированы вот этим торфом, вот, и благодаря этому сохранилось дерево. То есть во время строительных работ действительно такие случаи бывают, находят такие клады и какие-то другие археологические объекты. Если строители об этом еще сообщали археологам, то это, конечно, очень хорошо. Так поступают вещи в музей, например, там кости мамонтов тоже, которые находились по Харьковской области и старались в музее тоже отправлять. Вот. Как еще вещь находят археологические данные с места, где можно проводить раскопки, сами памятники? Бывают случайные находки, люди, местные жители сел, находят какие-то предметы, артефакты и действительно бескорыстно приносят их в музей, передают эти вещи, и потом, если это заинтересовало ученых, можно выехать на местность, еще раз осмотреть это место, точно человек показывает, где он нашел, и так открываются действительно некоторые археологические памятники на территории Харьковщины и не только. Археологический объект можно найти по спутнику даже. Вот здесь такой пример, вот этот кусочек спутниковой съемки на сайте Google Maps. Есть такое городище в Харьковской области Заказаровское, недалеко от города Леботин. По описаниям еще начала 20 века там были валы, такие насыпанные стены земляные, высотой около 3-4 метров. Вот. Но сегодня его полностью распахали, даже по описаниям было сложно найти это место. Мы когда искали это городище, просто через него прошли по этому полю, вернулись обратно, и только потом мы поняли, что мы как раз его обнаружили. Но сегодня, когда появилась спутниковая съемка, не знаю, видно здесь или нет, вот такое кольцо, еле заметное, да? Видно, да, на фотографии. То есть вот эти сильно распаханные валы, они на вот этом снимке, они читаются. И за последние несколько, ну где-то за последние, наверное, 10 лет, таким способом на территории Харьковской области было найдено, ну, наверное, больше 5 городищ, которые раньше не были известны. То есть они очень сильно были распаханы, пострадали в результате хозяйственной деятельности уже человека 20 века. А по спутникам их тоже нашли и зафиксировали, ввели в научный оборот. Но некоторые археологические памятники, в принципе, очень хорошо видны на поверхности. Например, там курганы, древние городища, которые там не подвергались распашке. Их археологу опознать легко, но они
и каждый человек сможет отличить курган, например, от обычной кучи земли посыпанной, то есть от некургана. Как это сделать, мы будем рассказывать. В целях безопасности и сохранения культурного наследия. Вот поэтому идем дальше. Вот. Другой вопрос. Как предметы вообще попадают в землю? Почему все, что археологи копают, все это оказывается в земле? Целые вещи, разбитые, неважно какие. Существуют разные легенды, что дома уходят под землю, как бы земля поглощает, да, дом, говорят, вот там построили хату, вроде бы была она большая, а потом смотрим, уже расстояние между окном и землей все как бы уменьшается. Вот, ну, не знаю, на самом деле не уходят под землю дома, а, например, как вот эта картинка так иллюстрирует, да, как образуются древние культурные напластования. То есть был какой-то древний поселок. Когда люди его покинули, эти деревянные дома с камышовыми крышами, они пришли в упадок, просто упали. И потом в результате природных процессов, а если потом тут на этом месте еще появились другие жители и начали выбрасывать вокруг себя мусор, то, понятно, земля, слой начал нарастать все больше и больше, и он поглотил более древние слои. Вот. И вот так образуются эти прослойки. Для примера, в центре, в историческом центре Харькова, вот в районе исторического музея, университетской горки, мощность культурных напластований, связанных с человеком, в некоторых местах больше 3,5 метра, вот то, что показали раскопки. То есть сверху идет 20 век, дальше есть там прослойки 19 века, тоже жизнь города, 18, 17 и вот 14, которые, вот, про которые я рассказывал, их, они могут быть очень мощные. То же самое в Киеве, например, это такие же очень мощные напластования. Если люди живут на одном месте непрерывно в течение нескольких столетий, в любом случае образуется вот этот мощный культурный слой, напластование. Вот. И вообще, в принципе, как вещи попадают в землю, да? Я, ну, для себя вот обычно так рассказываю, что есть три способа, как артефакт попадает в землю. Первый способ – это вещи специально, вот, артефакты специально положенные в землю. То есть это преднамеренное оставление вещей. Это что может быть? Древний клад, вот, например, спрятанные вещи. Да? Это может быть древнее погребение, когда с человеком оставили, похоронили, оставили артефакты, все, могила запечатанная и так далее. Это может, могут быть там древние святилища, где совершали жертвоприношения, это место было священным, но никто больше не вторгался. Точно так же могут оказаться. Это первый способ. То есть вещи, которые специально преднамеренно положены. Второй способ – это предметы выброшенные. Их, как правило, большинство, если говорить о территориях древних поселков и городов, то есть о поселениях, то вот эти битая посуда, кости животных, это пищевые, хозяйственные отбросы, это все массовый материал археолога. То есть археолог в данном случае копается в мусорке древней. Вот, и она для него является наиболее ценной. Потому что там очень много интересного, выброшенного, поломанного, вот то, что человеку не нужно было. Но археолог умеет из этого выкачивать информацию. Это второй способ. И третий способ – это вещи потерянные. Потому что бывает так, копают вроде бы территорию крепости, идут битые горшки, какие-то другие там поломанные предметы. И встречается, например, какая-то монета, наконечник стрелы, даже ювелирные украшения, то есть там серебряная серьга может быть найдена. Это уже вещь потеряна. То есть человеку, понятно, какая-то мелочь упала в траву или наконечник стрелы, да, из нее выстрелили, потом найти как бы не смогли. Вот. И это вещи потеряны. Здесь для иллюстрации показаны скифские мечи Акинаки. Их на самом деле очень много находят именно случайно. Вот, то есть где-то в поле трактор пахал и оказался вот меч там. Нашли, передали в музей, если передали, или он потом появился на каком-то сайте. Вот, ну, не важно.
И потом даже по этим находкам случайным, если их картографировать, нанести на карту, определяют маршруты, например, похода в кочев. Если устраивается какая-то цепочка по этим случайным находкам мечей, тут уже можно делать какие-то свои исторические выводы. Вот. То есть, я бы сказал, три случая, когда вещь может оказаться в земле. Случайная, потерянная, положенная, выброшенная. Но есть еще такой способ, который связан, как правило, с какими-то катаклизмами природными, военно-политическими. Вот. Это, например, всем известный город Помпеи, да, который погиб в течение одного дня. Как бы, и все, что там находилось, то, что люди, которые покинули этот город, не смогли вынести, оно все было повреждено под слоем вулканического пепла. В Украине таких мест, например, битва под Берестечком тоже может быть отнесена к такому. То есть это поле битвы, да, где произошло какое-то действие, и потом никто там ничего не собирал. И есть такая фотография, вот еще, это раскопки 20-30-х годов. В Житомирской области есть Райковецкое городище. Это городище древнерусского периода, которое тоже погибло в один день. Все население было вырезано, и эти тела остались прямо в городе. И когда проводили раскопки, то полностью весь этот, все раскопки были усеяны скелетами. Телами людей. То есть это тоже такой, можно сказать, вот, законсервированный комплекс. Жизнь после этого не восстанавливается. Какие вот поводу Райковецкого, кстати, городища, раньше была такая официальная версия, что это 1240 год, монголо-татары, когда, да, двигались на запад, они тоже это городище захватили и там всех вырезали. Но сегодня есть другие версии, что это могла быть даже междоусобица. То есть отказ платить дань какому-то князю, приходит дружина и так наказывает, как бы, вот, центральное городище. То есть есть и такая версия, что не обязательно это могли быть монголы. Да. Вот. Другой еще вопрос. Как археологи узнают, что, например, там этот наконечник копья или стрелы именно 5 века, а не 7, не 10, как вообще установить дату, если там не стоит никаких штампиков, надписей, что это именно такой-то год, там, до Рождества Христова. Вот. Есть много методов, как устанавливается дата. И для каждой эпохи бывает какой-то свой набор методов. Ну, может быть, вы слышали про такой дендрохронологический метод, да? Когда по спилу дерева, по кольцам годичным определяют тот же возраст, когда это дерево было срезано. То есть можно установить точно год. Это в том случае, если это дерево сохранилось, ну и если ему, ну если это раскапывается памятник, где-то там 300-400 лет, как бы, можно установить. Это считается не археологический метод, то есть когда обращаются к специалистам уже. Тоже не археологический метод распространенный, это радиоуглеродное датирование. То есть когда датируют по распаду изотопов углерода. Этот метод применяется тоже, если найдены какие-то материалы биологического происхождения. Кость это может быть, или дерево, что-то такое. У этого метода есть своя погрешность, там плюс-минус, ее постоянно уточняют, там 25 лет, 30 лет. И этот метод не для всех эпох можно использовать. Для древнего каменного века уже его не используют, там нет никакого углерода, чтобы можно было провести анализ. Древний каменный век датируют по слоям земли. Обращаются к геологам, специалисты-геологи смотрят, ага, это отложение глины такого-то ледника, там, например, там, Вюрмского ледниковья, и датируют его, относят там, к определенному периоду, и артефакты, которые найдены вот между этими прослойками, определяются так, да. Это все были методы, которые не археологические, то есть дают дату другие специалисты. Археологи же используют свой
самый распространенный метод, это метод называется археологической стратиграфией. Когда изучаются слои и прослойки, вот здесь показано, да, archaeological stratification. Вот. И, конечно же, здесь сначала установить точную дату невозможно. Ну, в археологии вообще очень редко, когда удается установить точно какой-то год. Вот. Тут устанавливается дата относительная, что, например, каменный топор, вот этот, он древнее, чем металлический топор, чем бронзовый. А бронзовый топор будет древнее, чем железный. То есть по слоям хотя бы просто разбиваться, где какие предметы, какие находки были найдены. Вот, и потом так пытается установить, что одна группа вещей древнее, другая позже, а вот третья, которая самая вверху, она самая поздняя. Вот. Ну и как всегда, бывают же всякие нарушения, да, вот как здесь показано на этой картинке, что монета там, пенни 1960 года найдена вроде бы на самой глубине, да, в самом низу, но она была на самом деле найдена в яме, которая была выкопана уже в 20 веке и разрезала все древние прослойки. Вот. Поэтому археологи обращают внимание на все нарушения в земле, вот, и пытаются каждую находку найденную привязать к какому-то определенному прослойке, к какому-то слою. Вот, соотнести. Вот с этим связана точная фиксация. Зачем нужно, например, вести опись и записывать каждый предмет найденный, писать в каком квадрате, на какой глубине мы его нашли, чтобы потом можно было все это на вот эту картинку нанести, где что было обнаружено. Поэтому для этого и нужна фиксация. Вот. Как же все-таки археологи узнают, что, например, наконечник стрелы 5 века, да, а не 4-го, там, не 3-го, не 7-го. Тут на помощь приходят так называемые датирующие вещи, или там хроноиндикаторы могут называть. Что это за вещи вообще? Это могут быть монеты. По монетам, да, можно сказать, ну, монеты бывают не всегда. Нам дадут дату, которая действительно была. Потому что монеты могут на некоторых территориях запаздывать. Например, римскими монетами 2 века нашей эры на нашей территории пользовались 4 через 150-200 лет. Поэтому здесь монета не работает. Вот. И археологи стараются обращать внимание на те вещи, которые быстро портятся и используются недолго. Они дадут самую лучшую дату. И, например, для периода Железного века таким хорошим артефактом является амфора греческая. Вот. Потому что уже давно разработана четкая хронология. Заметили ученые, что эти амфоры, они во времени изменялись, форма менялась. На них бывают, стоят клейма с именами, имя мастера, который изготавливал, человек, который там владел мастерской, магистрат, фабрикант может быть нанесен на этом клейме. И уже, когда раскопали мастерские и установили там по монетам более точную дату, вот именно вот эти амфоры позволяют установить дату, ну иногда бывает с точностью до 25 лет, то есть до четверти века можно уточнить дату. Вот. И как происходит дальше ситуация? Например, раскапывают древнюю могилу. Вот это она есть. Кстати, древнее погребение здесь считается, его называют закрытым археологическим комплексом. То есть человека похоронили, засыпали или закрыли деревянными бревнами, и больше туда никто не входил, не вторгался. Это считается, все вещи там принадлежат к одному периоду. Это закрытый комплекс. Он очень важен. И вот здесь вот была найдена амфора. Но кроме амфоры тут были найдены элементы доспеха, оружие, копье, меч, посуда. Элементы, детали одежды тоже были обнаружены. То есть очень много вещей, но дату имеет только одна амфора более точная. То есть нам достаточно установить, что вот эта амфора, например, 425 год до нашей эры, 425-400,
Вот примерно так, да? И потом все эти вещи, которые здесь найдены, они могут привязываться к этому времени. Вот. И если потом там, выкопают, раскопают другое погребение, где амфоры не будут, а будет примерно такой же набор вещей, то мы уже будем знать, что эти вещи бытовали именно в этот период, то есть как раз в это время. То есть достаточно в нескольких местах привязаться к этой дате к амфоре, и потом уже все будет дальше проще. И археологи выстраивают такие, ну, называются типа хронологические таблицы, где показывают, как менялась вещь, например, как менялась вот эта вот поясная ножка, а это такая булавка, застежка для одежды, фибула называется. Вот. И дальше вот есть там были мелкие пряжки и показаны года. 527, 582, 650-е годы. Но на самом деле все знают, что вещи постоянно меняются, их не помнят. То есть не бывает такого, чтобы вещи не изменялись. К примеру, мобильный телефон. Сначала была большая Motorola с такой большой мощной антенной. Потом появился более маленький, но все равно там черно-белый экран. Потом появляется цветной экран, полифоническая мелодия, дальше сенсорный телефон. И если бы у нас была такая традиция, что если бы нас хоронили обязательно с телефонами, можно было бы четко продатировать каждого человека по телефону. Обычно сколько лет телефон живет у человека? Года 3-4, да? Кто-то смотрел. Кстати, в археологии такие случаи тоже бывают. Их там кто-то шуточно называет там бабушкины сервизы, когда находят археологический комплекс, вроде бы, там, например, 5 век до нашей эры, но там есть вещи, присутствуют, более архаичные, то есть более старые предметы. Человек ими пользовался еще по какой-то причине. Например, там посуда может быть старая. Почему называть бабушкин сервиз? И у нас в домах тоже. На стене может висеть ковер, которому уже 50 лет, мы его храним как семейную реликвию. В древности то же самое, как бы могло быть. Но обычно археологи смотрят на самые поздние вещи, да, и пытаются установить. И вот показаны вот колонки, вроде бы вещь одна, поясная пряжка, но она во времени изменялась. Вот. И когда вот эта разработана хронология, наконечники стрел скифские показаны тоже, как они менялись. Сначала была стрела с двумя лопастями, вот, потом появляется стрела с тремя лопастями, исчезает втулка, и какие-то элементы отпадают, какие-то появляются. И когда археолог все это знает и начинает там только расчищать какой-то комплекс, находит стрелу, говорит, да, конечно, все, это все четвертый, дальше можно не копать. Уже неинтересно. Или наоборот, скажем, да, вот это там классно, там такого у нас еще не было. Но это про то, что можно не копать, я пошутил. На самом деле все комплексы допрашиваются до конца, интересно им или нет, это такая же логика. Когда люди первый раз попадают на раскопки и видят, что археологи огромные ящики священные, там привозят по 5 ящиков в разбитой керамике, обломков горшков, какие-то кости животных, сразу появляется вопрос, зачем все это брать с собой? Почему нельзя взять маленькую коробочку целых хороших вещей, которые можно в музее выставлять? Зачем вообще все это нужно? Ну, зачем это нужно? Этот как раз мусор, он представляет одну из наибольших ценностей в археологии, потому что археологи пользуются статистикой. Если взять битую посуду, зачем вообще брать битую посуду, спрашивается. Можно посчитать количество и в тетрадку, и все, и не брать. Но на самом деле в археологии керамика, изделия из глины, они наиболее информативны, потому что эта посуда менялась во времени. Менялась ее форма, менялась орнаментация. Археологи изучают, как это изменялась гончарная традиция, тоже могут установить дату, можно установить там способ хозяйства, культурную принадлежность, тоже по этой посуде. Вот. Кости животных.
их на самом деле в коллекции не берут, их берут на определение. То есть отдают специалистам, которые даже по маленьким обломкам узнают очень важную информацию. То есть они считают, сколько было животных, да, вот именно в раскопе, какой был, во-первых, видовой состав животных, кого разводили люди там. Если это домашние животные, они дикие, там, лошадь, овца, корова, то есть можно установить что? Можно установить, чем люди питались, да, и каких животных выращивали. Что еще можно установить? По костям животных можно также определить, какой способ хозяйства был. Например, с преобладанием скотоводства или больше земледелия. То есть если специалист палеозоолог видит, что очень много забитого молодняка, то есть очень много там молодых, да, там еле лошадей, как бы постоянно, как бы, то это значит, что какое-то было интенсивное скотоводство, как бы постоянно восстанавливался вот это оголовье. Вот. Также устанавливается по фауне, можно сделать какие-то выводы относительно того, какой в это время был климат. Использование определенного состава животных говорит о том, что там более теплый или холодный климат в данный период. Вот. И много другой информации. Вот. Поэтому весь этот мусор в археологии нужен. Часто даже музеи не хотят брать ящики с разбитой посудой. Вот. Но даже в инструкциях есть предписание, что археологические коллекции, там, материалы раскопок, то, что археолог решает нужным, передает музею, все это музеи должны брать и хранить у себя в фондах. Вот. Какие маленькие фонды там не были, все равно это обязательно, хранение этих материалов. Дальше. Очень такой вопрос про проклятие вообще и границы сакрального. Археологи вторгаются, да, в эти древние объекты. И что потом с ними происходит после этого вторжения? Самый известный громкий случай связан с археологом Джоном Картером, который раскопал гробницу Тутанхамона. Если кто-то слышал вообще про это, да? Или, да? Да. Проклятие Тутанхамона. Что вот после раскопок этого объекта и человек, который спонсировал эти раскопки, лорд Карнер, он погиб. И много членов экспедиции тоже погибло от лихорадки. Даже некоторые члены экспедиции потом признали, что да, действительно что-то есть, какая-то мистификация вокруг этого всего. Ну и есть много всяких мнений по этому поводу. Официальная наука считает, что это был грибок, которым, да, люди дышали и заразились, как бы все. И вообще, что это журналисты раздули из этого большую такую утку, привязали, просто выдернули какие-то факты и выстроили в цепочку. Из этого как бы появилось вот это проклятие. Вот. Я думаю, здесь у каждого свое мнение на этот счет, как бы. И вообще, если говорить про археолога, который раскапывает древние кладбища могильники, можно сказать, что археолог это делает из каких побуждений? Совершенно не из корыстных, а из научных. То есть он, во-первых, сохраняет это культурное наследие, потому что современным законодательством по охране наследия у нас сегодня памятники только разрушаются. Трактора распахивают курганы, застройщики строят где хотят, и археологи не проводят там исследования. Поэтому археологи хоть как-то спасают то, что они делают. А, например, те же курганы могут оказаться под ножом бульдозера, сравняться с землей, вот, и потом их будет уже крайне сложно найти. И лично мое мнение. То есть, когда человек это делает из благих намерений, никакого проклятия его не коснется. Если это грабитель древности, и он копает могилу, потом эти вещи продает, обязательно с ним что-то случится, все, он погибнет, и вся семья будет наказана. Поэтому будьте осторожны с границами сакрального. Что это найдете, несите в музей. Да, все, что находите, несите. Это я хотел в конце уже сказать. Арестуют. Вопрос какой-то? Как музей,
То есть Харьковский историческое музей не берет? Да, ну, конечно, смотрят, если это относится к археологии, то виновно все, почему? Тоже принимают. Лженаука и вот археология одна из самых таких популярных, как бы, наук, вокруг которой всегда какие-то там существуют подделки и разные легенды ходят. Здесь бывают, конечно, самые разные ситуации. Бывают как, ну, очень явные подделки, да, в интернете, когда просто в фотошопе что-то там делают и говорят, нашли гигантского человека, там, меньше одного, и показали. Известные там фигурки динозавров из глины, которые нашли в Латинской Америке, якобы на поселениях древних майя, что динозавры жили вместе с человеком, потому что они вот слепили прям динозавра и показали. Как правило, археологи на это не обращают даже внимания, потому что, ну, есть такие вещи, то есть если это где-то уже было опубликовано там, в интернете, то есть если нет научных публикаций и нет доказательной базы какой-то, да, то как в это можно поверить? Но многие люди, конечно же, верят, потому что интернет, он идет впереди нас постоянно. То есть любой человек может написать какую-то статью. Вот. Но бывают и другие случаи, бывают действительно такие подделки, например, вот этот вот череп, там, кусок черепной крышки, нижняя челюсть, пиндаунский человек или пиндаунская химера, действительно, это была подделка, до сих пор существует очень много версий, кто сделал именно, то есть имя человека, там, есть несколько подозреваемых, взяли черепную крышку современного человека и нижнюю челюсть орангутанга. И таким образом пытались сказать, что есть какое-то еще одно промежуточное звено, то есть это была подделка, связанная с эволюцией человека. Но в середине 20 века, проведя анализ, по-моему, на содержание фтора, окончательно доказали, что нет. То есть там было как раз по датированию, что никак не могут эти два предмета быть вот той эпохи. Как раз бывают случаи наоборот, когда не подделку разоблачили, да, какую-то вот попытку обмануть научное сообщество, а вот один из самых известных случаев – это находки в пещере Альтамина. Вот здесь какой случай? Ну, может быть, кто-то знает об этом. Марселино де Сатуола, на территории, это в Испании произошло, в пещере Альтамира в конце 19 века, в 70-е годы 19 века нашел пещеру, где были найдены и древние артефакты, и были найдены на потолках, на стенах рисунки с изображением Дезоля, это самое известное. Вот. И когда он опубликовал свое исследование, то он подвергся очень жестокой критике. То есть сказали, что это все он проделал, сам нарисовал, там нанимал художников. И в 1878 году Сатуола так и умер, как многие считают, как раз от там, сердечных расстройств по поводу непризнания его в обвинении в фальсификации. И только спустя уже некоторое время, когда нашли в других пещерах подобные изображения, то есть тут можно сказать, он был отравлен, как бы, но уже не узнал об этом, к сожалению. Вот. И, кстати, в 2016 году вышел фильм «Альтамира» в главной роли с Энрико Иглесиасом, который играет Сатуолу. Можете его посмотреть, как бы как раз там описывается вот это открытие и этот случай, вот непризнание. И, наверное, это уже это последний, да, вопрос. Как стать археологом? Многие люди хотят вот узнать, может кто-то хочет стать археологом. Но я уже говорил, да, что это, чтобы стать археологом-профессионалом, обычно это такой длительный путь. Вот если взять, например, харьковских археологов, которые в разных научных институтах, музеях работают,
то, наверное, 90% это все люди, которые начинали с детских кружков археологических, со школьного возраста. Вот. Но есть те, которые начинают со студенческой скамьи, как бы не были знакомы с археологией. В принципе, что я могу рассказать? Как сегодня работает археология? То есть, человек не может просто так копать, где ему вздумается. Вот сегодня существует очень много правил, ограничений. Самый главный документ – это так называемый открытый лист, который выдает Институт археологии Академии наук. Этот открытый лист, он подтверждает квалификацию человека. То есть даже археолог, который закончил университет, ему сначала выдают это разрешение, открытый лист, только на разведке. То есть он может просто ходить и искать памятники, не вторгаясь в землю, то есть не копать сначала. То есть он сначала проводит разведки, потом он пишет научный отчет. Это такая, ну, книжка, где он дает карты, схемы, фотографии, текстовое описание, таблицы. Этот отчет рецензируют, и если все хорошо, на следующий год ему дают тоже на разведку. Но уже с правом шурфом. То есть он может делать небольшие раскопчики и уже как бы что-то копать. Как бы. Но пока еще не может полностью это копать. И только на третий год, если все хорошо и все нормально, он там написал все предметы, все сдал, все соответствует полностью методике, только тогда, на третий раз, ему уже могут дать право проводить именно научные раскопки. И тоже каждый год все отчеты проходят рецензию, если не соответствует что-то правилам, то есть где-то археолог там, спустя 10 лет вот, неправильно что-то начал копать, не соблюдать методику, ему могут отказать на следующий год в открытом листе и лишить права проводить дальше раскопки. Вот. Это то, что подтверждает квалификацию. И плюс еще Министерство культуры дает на каждый объект, на каждый памятник свое разрешение, дозвол называется. Вот. Поэтому археологи работают очень в строгих таких, в серьезных условиях, можно сказать. Вот, нам приходится постоянно отчитываться, подтверждать свою квалификацию, и это связано с передачей находок. Обязательно вся коллекция должна быть передана в музей, должен быть акт, документ и так далее. Вот. Но для того, чтобы просто принимать участие в археологических экспедициях, да, в раскопах, не обязательно совершенно проходить весь этот путь, быть археологом. В Украине сегодня около 200 археологов, очень много экспедиций. В каждой области Украины проводятся раскопки. Люди там участвуют в качестве волонтеров, то есть просто приезжают и участвуют в этих экспедициях. Поэтому, если задаться целью, то все реально. Да, и, конечно же, все, что вы находите, передавайте это в музей. Вот, любые предметы. Вот. На этом вот эта моя лекционная часть закончена. И если вопросы у вас какие-то ко мне есть, то, пожалуйста, задавайте. Воспринимается в узком, в плане.
Вот это не культурная антропология, это именно антропология, связанная с сферой человека. Вот. И есть даже в институте археологии такой отдел, который состоит из специалистов по древней ботанике, то есть определение растений, по древней зоологии определения животных и также по определениям человека. Да. А скажите, пожалуйста, что трапилось стоит давнюю русскую хату, ну, зруб ее, кто там знайденный, будет сейчас будівництво метро? А, ты что, было в Києві, знаєте? Ці зруби, ну як, якщо це будівництво, то тут яке завдання? Це зафіксувати, і закопати, але нічого не музеїфікується, тому що там далі була метро. Ці зруби, їх потім законсервували, і вони знаходяться у наукових фондах. Тобто перенесли кудись? Так, їх перенесли, бо вони зараз, якщо не помиляюся, у розібраному стані. Їх не збирали і просто взяли з собою в фонд. А от ті знайдені, що на контрастові, що збиваються? Ну, нещодавно були там знайдені запуски. На поштові, там поштові теж копали. Також засипали, чи що? Теж, ну, тут, якщо це будівельний об'єкт, то артефакти, все, що представляє цілість, це забирають після фіксації, і потім там будується об'єкт. Бувають випадки, коли, наприклад, будують якийсь там офісну будівлю, да, офісний центр, і можна зробити так, що розкопаний об'єкт, наприклад, житло, буде під склом, і люди будуть... Але в Україні нема таких людей. Ну, от ми пропонували колись на Сумській 10 таке зробити перед будівництвом. Вже був будівельний проєкт, ніхто не схотів таке робити. В Україні є в Києві, біля Національного музею історії України, на провулок Десятинний. Там теж велика будівля якогось бізнес-центру. І там дійсно вхід в цей центр, там скло і десь 2 метри глибина, і там розкопане житло. Всередині? Так, під землею, давньоруського часу. Валісі, чи... Тобто можна робити таку музеїфікацію. А на Сумській 10 що там знайшли? Там знайшли житла, ну, залишки житла 17-го століття, ну, тобто перших харків'ян, харківської фортеці. Дослідили їх тільки частину, тому що далі житло заходили вже під Сумську вулицю, проїжджу частину, і там вже не зроблено. Але ми знаємо, де вони знаходяться, коли буде можливість, ми їх обов'язково всі розкопаємо. Да. Я? А какими качествами должен обладать археолог? Быть храбрым, сильным. Если серьезно, археолог, в принципе, как и любой ученый, должен быть внимательным прежде всего. То есть вот то, что я не сказал, вот в чем специфика археологии? Дело в том, что когда археолог копает, что-то раскапывает, он сразу же уничтожает. Вот, то есть он раскапывает, например, древнее погребение, больше его второй раз, третий раскопать не получится. Это идет полное уничтожение памятника. И на археологии лежит ответственность какая? Как он сейчас это все опишет, сфотографирует, зарисует и передаст другим поколениям, так оно и останется. Вот. Существует даже такая политика, что нельзя копать, раскапывать полностью весь, например, памятник. То есть все городище нельзя копать, потому что через 100 лет методика будет более точная фиксация, и поэтому советуют, как нужно, часть памятника оставить для следующих поколений, чтобы более точно зафиксировать. Что самое сложное в археологии? Копать. И рано вставать на раскоп. Да. Кто построил все великих пирамид? Что? Кто построил все великих пирамид? Не знаю. Ну, Тура на Нью-Йорке раскопана не так давно. Да, Крестская могила. Да, а с него все, что было поднято. Хорошо там было, и куда это все делать? А, значит, рассказывал... Сейчас, по-моему, да, с
вообще ситуация другая. Турецкий курган, турецкая могила находится в черте города Харькова. Это самый высокий курган в пределах города. Но он очень сильно разрушался застройкой. То есть мы много раз фиксировали, что приезжал просто экскаватор, брал оттуда чернозем, высыпал это куда-то на КамАЗ, и чернозем просто курган так и растаскивался. Потом нашли возможность его раскопать, и в 2016 году полностью его исследовали. К сожалению, курган был ограблен еще в древности. Вот. И там нашли, удалось собрать греческую амфору полностью. Там были также наконечники стрел, еще один небольшой греческий сосуд, местная ледяная керамика. Все эти вещи поступили в Харьковский исторический музей. Сегодня хранится коллекция. Он опубликован, уже материал этих раскопок в научном сборнике опубликован. Да. Скажите, пожалуйста, когда-то, по-моему, читал, что есть такой способ, возможно, это со спутника делается. Вот когда сигнал пробивает землю на какое-то расстояние, там, по-моему, несколько десятков сантиметров, и якобы получается такая вот картография поверхности земной, и потенциально можно там вот... Нарушение земли. Да, ну, я так понял, что это если там что-то, допустим, на глубине 2 полуметра, что-то там зарыто потенциально, то это может показать вот это вот картография, сканирование через... Да, есть такой метод, называется геомагнитная съемка. То есть он определяет магнитные аномалии под землей. Киевские ученые долгие годы совершенствовали свой прибор, как бы до сих пор над ним работают и используют. Действительно, он определяет аномалии. Это может быть там что-то сожженное, либо выброс глины какой-то мощный. Да, есть такой метод. Часто его проводить невозможно. Из-за чего? Если очень сильно замусорена поверхность, например, консервные банки, какие-то очень много там следов Второй мировой войны, осколки, они дают очень большой фон, то есть они заглушают, как бы, и тогда проводить такие исследования уже крайне сложно. Но такой метод действительно есть, у нас он применяется в поиске новых объектов, да, такой присутствует. А как он это вот со спутника делается? Это прибор, ну, просто мы ездили вот с этими людьми, которые делали магнитную съемку. На тот момент он у них был, это как такой на двух колесах такой прицеп, то есть мы этот прибор, его провозят, и он делает съемку, потом выстраивает графики. Сегодня он, по-моему, уже меньше, как бы, то есть они его разрабатывают, совершенно. Это не со спутника, то есть это просто вот по земле, сканируется земля на небольшом расстоянии. Да. Ну это георадар, а с камерами со спутника уже начали работать? Про это я ничего не знаю. Но сталкивался с такой вещью, сканировали квадрат 50 на 50 на 1,5 метра. И довольно-таки некрасиво это шло. Ну, насчет спутника я не знаю. Я знаю, что применяется с помощью квадрокоптеров съемка, когда запускается прибор, и он действительно как-то импульсами прощупывает поверхность. Но это показывает только изменение поверхности. То, что под землей, как бы вот у меня точно. Нет, на квадрокоптерах они разные. Есть магнит, работает за счет магнитного поля, а есть просто рельеф. Да, но я слышал только про рельеф. То есть мы именно сканировали со спутника или с квадрокоптера, я про такое не слышал. Скажите, пожалуйста, вы думаете, что вы сотрудничаете с специалистами в биологии, например, для датировки каких-то слоев по семенам, по остаткам животных, да? А, скажите, с какими специалистами или организациями вы сотрудничаете в Харькове, в Украине, по этим поводу? Ну, смотрите, только особенность. По семенам продатировать, как бы, это для определения, что люди выращивали. Да. На самом деле археологи сотрудничают с многими организациями. Там институты зоологии, геологии. У нас есть специалисты, например, в музее природы, тоже от Харьковского университета, там есть человек, который делает определение по зоологии. Ну, как
человек образование, биологический факультет, как бы, то есть он знает, да, кости животных, и к нему обращаются. Ну, на самом деле много организаций, то есть специалисты в разных областях, то есть это почвоведы, например, тоже, которые изучают почву. Очень часто археология работает с другими науками на взаимовыгодных условиях. Не платят друг другу, да, как бы каждый берет свою информацию. Вот, например, когда изучают почвы, почему почвоведам очень важно работать с археологом? Потому что почвовед не может определить дату вот этого слоя никак. То есть для него это просто земля, которая может взять пробу и определить там на споры, пыльцу, на что-то еще. А если он с археологом работает, например, археолог раскапывает курган. Под курганом земля, древняя почва, она законсервирована, засыпана. И археолог раскопал курган, говорит, это 4 век до нашей эры, здесь по артефактам. И тогда почвовед четко знает, что там, 2400 лет назад вот эта почва была законсервирована и берет анализ почвы вот этого периода. То есть он четко понимает, что это вот как раз будет слой земли, который образовался тогда. И дальше уже делает анализ, свои выводы относительно климата на этой территории, выстраивает свои карты. То есть это очень вообще полезное сотрудничество между науками и будущее именно за этим сотрудничеством. Вот. Здесь очень важна заинтересованность вот, специалиста и направленность на сотрудничество. Ну давайте. Расскажите, пожалуйста, про еще осколки немного масштабнее, про пики Ясновьянника, про тайны подземелья, подземных, с туннелями на холодный гору, откуда брали кирпичи, кто их обжигал, ну, и какие легенды, что как тройка лошадей соединялся с Иисусом под землей. Это все как бы проверенные факты. Все перевели в подземную тему. И немножко альтернативной истории, как там дома разваживаются, что там, на рост культурных слоев, на сразу по 3 метра, за 100 лет подъехать, там, через километры все. Это сушение городов. Про это я рассказывал. Смотрите, я расскажу про раскопки на плитке Ясновьянника. На самом деле, может быть, автор раскопок, кто копал, это Ирина Голубева, а может быть, она когда-нибудь опубликует эти результаты и выйдет это в виде там, целой монографии, да, то есть выйдет книжка, где можно будет прочитать. Пока это только какие-то краткие публикации, что там было найдено. То есть это часть Харьковской крепости, проводились раскопки, да. Там были найдены и слои вот, периода 17 века, и под ними были обнаружены прослойки 14 века, про которые я сказал. Материалы эти частично представлены здесь, в музее археологии Харьковского университета. Последние витрины, там как раз есть находки с территории Харькова, с территории Харьковской крепости. То, что можно посмотреть, вот, прямо воочию увидеть. Более подробную информацию я, к сожалению, не могу сказать. Если бы я был специалистом, действительно исследовал, мы как бы принимали участие в этих раскопках, но больше как земляков. Научный анализ мы не делаем. По поводу подземелья и подземного Харькова, в Харькове есть специальная организация, которая занимается конкретно этой темой. Дети подземелья. Называется так организация. Вот. Они ставили вопрос даже о превращении этих подземелий в туристические объекты, чтобы их вычистить, укрепить и даже показывать людям. Мы спускались в эти подземелья, тоже сотрудничали вот с этими спелеологами и проводили там свои исследования, копали, как бы, то есть пытались понять. Но там никаких напластований нет, по кирпичам ничего сказать не могу, то есть, скорее всего, кирпич это где-то 19 века. Короче, истории там есть. Подземелья основывались в 19 веке? Нет, не обязательно. Дело в том, что под Харьковской крепостью могли быть подземелья более древние, ну, старые, еще без кирпича. А потом их модернизировали в 19 веке, их еще обложили кирпичом. Мы видим уже самый последний период. А как они выглядели до этого,
вот эти все легенды, что подземельями соединены города, они не подтверждаются никакими научными исследованиями. То есть не нашли еще. Подземные хода не выходят даже за Харьков и Лопань. Ну, нет там... За речки. Да, не нашли еще под рекой никаких подземелий. Столько только метро до Холодной горы и все. От Староборисова там же подземный ход идет в направлении, если по карте смотреть, направление Харькова идет, он довольно-таки широкий. Тоже не знаю, Среднесовская крепость копалась, но чтобы там нашли подземный ход, нет таких ход. Он на склоне находится, там парк еле видно. Туда еле-еле человек пролазит. Возможно, но такие подземные хода в Чугуеве есть подземный ход. Просто выводит, как бы, то есть был город, была крепость, и это какой-то потаенный выход к речке там, на случай осады, такое возможно. Но чтобы соединялось что-то там, ну, многокилометровые вот такие подземные хода, никаких научных публикаций, ничего по этому поводу нет. Чтобы нашли, то есть, скорее всего, это все легенда. Также какая-то архивная история. В альтернативной истории все имеет право на существование. Никто же не спорит. Кто-то в это верит, кто-то не верит. Пожалуйста. Андрей, а кто? Кто же? Задавай. Есть объект? У вас была раскопка всего. Где? Ну вот, нет, сколько у вас было и всего? Ага, сколько было? Я не считал. Например. Когда сезон начинается? Ну как, ежегодно, в принципе, мы принимаем участие в разных экспедициях. То есть, если я сейчас работаю в Третьяковском музее, то принимаю участие в свою экспедицию организовываю, и еще вот у нас есть экспедиция Верхний Салтов. Раньше, когда вот я говорил, что мы занимались вот этой инспекцией, мы проводили очень много, то есть круглый год мы где-то ездили, проводили охранные раскопки, там было чаще. Да. Ну, то есть их на самом деле посчитать, ну, если это не энтузиазм, или это хоть как-то государство оплачивает, или это вообще на энтузиазм? Ну, как сказать? Лучше на энтузиазме, да? Оплата за 60 гривен командировочных суточных зарплат. Это считается государство оплачивается. А вообще государство собирается как-то поворачиваться лицом к этому землю? Это близкий к этому. У кого это спросить? Работника метрополитета? Музейные работники через профсоюз в конце прошлого года обращались с просьбой к министру культуры, чтобы повысили заработную плату, которая самая низкая в Украине, и на данный момент научные сотрудники музея получают как там уборщицы, то есть, ну, самый минимальный заработок. Но министр дал ответ, что это приведет к какому-то экономическому кризису. Научных сотрудников около 2000 в Украине. Приведет, не приведет, поэтому пришел отказ к этому вопросу. А вот каким оборудованием пользуются археологи? У них есть какая-то униформа? А, униформа? Ну, и оборудование, где им приходится? Как вас определить от советского? Как таковой униформы нет, то есть это можно использовать обычную одежду, но археологи, конечно, пользуются инструментами, да, разными. Как правило, археологи используют строительный обычный инструмент. Специального вот какого-то инвентаря нет. Это вот там щетки обычные, которые красят, ими можно чистить. Там, клизму можно использовать во время раскопок. Для того, чтобы не рукой, не щеткой, а аккуратно сдувать пыль. То есть все, что может пригодиться, как бы. Конечно, археологи используют самую разную. Там, если это большие объекты, курганы, например, в Саратске, используется техника, бульдозер. То есть здесь привлекаются уже другие ресурсы. Иногда археологи используют шахтеров даже. Если это глубокие шахты, ну, погребения на глубину там, больше 10 метров, тут уже нужно использовать специалистов, чтобы они делали крепиды, туда вот, чтобы спускались клети. Это все, когда раскапывали большие курганы с Кирской знати, все это применялось. Давайте вам слово запишу. Когда было ваше самое сложное раскопка и какая самая сложная?
я сказал, что самое сложное докопать, да? Вот. Ну, были разные случаи, обычно это связано со сложностью групп. У нас были такие случаи, когда, например, мы копали в Песочине под Харьковом, вот, и уже был август, начало сентября, и за лето песок настолько засох, что копать можно было, ну, буквально там по 5 сантиметров. Вот, то есть это был как бетон даже. А копать нужно было, потому что это были охранные установки, перед строительством нужно было срочно раскапывать объект. Бывают ситуации сложные, когда приходится копать археологам зимой, потому что срочные объекты, и даже в холодное время года вот, приходится проводить археологические исследования. Там, мерзлый грунт, верхний. Ну, то есть, как правило, эти сложности связаны в этом работе. А у вас есть объекты, которые вы находили и до сих пор не узнали, что это? Не узнали, что? Ну, да, не определили. Нет, есть очень много объектов, которые находили, но еще их не раскопали. То есть археолог не может угнаться за всеми вот этими памятниками. Копать хочется много, но... Сил не хватает. Да, еще не планируют пока археолог. А у меня два вопроса. Чем отличается археология от палеонтологии? И сколько вы метров копали? Мне интересно, сколько вы там, 10 метров, ну, яму? Такой два вопроса. Археология или палеонтология? Палеонтология занимается в основном доисторическими уже периодами. Я так понял, да, животные, да? До появления человека, да, их интересуют там фаунистические какие-то остатки, раковины, это же они пересмотрят историю Земли по живым организмам, в основном, да, изучают. Археологи изучают материальную культуру человека. Вот, и само слово артефакт вот, распространено, да, что оно означает? Это искусственно созданный предмет. Камень, который возле дороги лежит, если человек его обрабатывал, что-то на нем высекал, вырезал в древности, он уже является артефактом. Если это просто камень как, геологический, да, вот, который человек не трогал, его уже артефактом нельзя считать. Вот, в этом я отличие. Археологи А что вы копали? Ну, метров, 10 метров, ну да. Находили это. Ну, я лично не копал 10 метров. Нет, я спросил, сколько вы это самое больше. Ну, археологи копали, есть раскопы и поглубже. Вот. У нас обычно археологи как копают? Если это не древний каменный век, не ледниковая эпоха, а там железный, бронзовый, то археологи ведут свои исследования до материковой породы, до глины. То есть, как правило, когда идет желтая глина, ниже уже не будет никаких остатков. Рекомендуется глину эту перекапывать, чтобы посмотреть, а вдруг, да, что-то там еще есть. Как бы. Но ниже уже никто не копает. Это может быть в Харькове, вот то, что я показывал в картинке, да, там было там, до 4 метров глубина могла быть. Это вот 4 или сколько там было? Ну, где-то 3,5-4 метра, да, в разных местах. Да. А вот это на Клочковской раскопке, ну, там что-то строят в районе Газпром, ну, за Газпромом уже этот район. Ну нет, ну Сосново немножко ближе к этому спуску Клочковскому. Вот там какую-то разрыли большую. Клочковск, ну, в общем, смотрите, на Клочковской две копали. В районе Косма. Ну, это получается ближе к Павловому полю. Ну, как бы если Клочковского спуска, да, и получается он направо сразу. Вот. Нет, там не знаю. Как, я знаю, только проводили раскопки там, в районе Ботанического сада университетского. И напротив, через дорогу. И проводили раскопки прямо под Покровским собором, если здесь тоже на улице Клочковская. Там были найдены поселения бронзового века и также вот эти слои казацкие. Времен Харьковской крепости, то, что было на Клочковской. А туда, там дальше, ну, мне неизвестно. Там здоровый карьер целый разрыли, просто... Нет, это же разрыли строители. Да. Вот, но я сейчас, вы смотрите, сегодня у нас какое законодательство? Сегодня археологическая экспертиза вот этих объектов строительства и приватизации, она обязательна только, если утверждены зоны исторически населенных городов, местных.
Если у Харькова такая зона есть, там она ограничивается, там улица, да, сухая до определенного периода. То есть если участки там, то археологи проводят изыскания и определяют, есть что-то или нет. А если за пределами, и это не входит в памятник археологии, уже найден, то уже он может пройти мимо археолога. Поэтому сегодня я говорю, сегодня то, что объекты строительства по области, там ведут газопроводы, строят какие-то там газовые вышки новые, закладывают. Это все как бы разрушение памятника. Потому что раньше, когда была обязательная инспекция абсолютно всех участков в пределах области, статистика была такая, что археологи в Харьковской области каждый год находили около 20 новых объектов. Ну там можно даже посчитать, по годам, по отчетам. То есть большое количество. Как только поменяли законодательство и перестали это делать, количество памятников сократилось в разы. О чем это говорит? О том, что прекратили строительство? Нет. Это говорит о том, что просто не проводится изыскание. Если таких изобретений могут быть памятник? Памятник какой? Раскопок вот всего этого. Что-то там было такое ценное, что стоило бы оставить потомкам для рассмотрения, скажем так. Ну, в принципе, ну да, были там интересные объекты, в частности, хозяйственная яма, где был найден там скелет человека, то есть сброшенный там вместе с собакой там была, да, и собака. Вот, такой объект теоретически можно было бы там сохранить, показать там. Собака? Да, собака и человек. А есть же какая-то приблизительная шкала соответствия между глубиной залегания там, пласта и временем, когда... Нет, это вообще везде в разных местах по-разному, потому что зависит очень сильно от природных факторов. Приведу пример. Например, есть стоянки древнего каменного века, которые их некультурные слои залегают на глубине 7 метров. Вот. И стоянка такого же времени в Изюмском районе, которую копает сегодня экспедиция Исторического музея, каменка всего, там артефакты уже встречаются на глубине там, от 70 метров, то есть и даже под чернозем. То есть только снимают чернозем, уже в принципе дальше ножами начинают расчищать, и там лежат предметы, которые датируются вот, на глубине полметра, могут лежать предметы и культурные сливы, которые относятся где-то 15 тысяч лет назад. Это вообще не актуально. Тут нельзя сказать, да, на какой глубине. Ну, если это касается периода Голоцена, то есть после ледниковой эпохи, здесь, как правило, все культурные слои, если не человеком не перекрыты, как в Харькове, то они, как правило, могут быть их трактор распахивать. Все это глубоко. Нет такого большого почвообразования за 10 тысяч лет на нашей территории не произошло. Пустыня, где песок перемещается, там другая ситуация. Или, например, как говорят, в Черниговской области на реке Сей, там песчаные дюны, вот ветер раздувает и может спокойно там смести городище, там древнерусское, да, и все, или там засыпать какой-то тоже могилу. Пластовать. Это все зависит больше от природных факторов. Раскрывший просто организм. Да. Чернокопать. О чем? Чернокопать. А чернокопать? Ну это отдельно. Это наказание, не можно ли копать на поля, которые копают травы. Как после того, что все вообще... Сохраняют они какой-то биологический... Ну как? У нас по законодательству вообще запрещены ну, как бы, любые земляные работы на памятниках археологии и объектах археологии. Да? Точно так же запрещено коллекционирование частных археологических артефактов, там, их продажа, перемещение за кордон и так далее. То есть это все находится ну, вне закона. А как же частные коллекционеры, как же Фельдман, там, ну еще другие, там, Запорожье есть, это есть. Незаконно. Ну, то есть, и все равно по наказанию нет. Ну, как бы, вот, частный коллекционер, конечно, может сказать, что, ну, как бы,
просто одно, это купить. Запрещено ли нам проводить раскопки копать? Так, ну что, еще вопрос. Последний вопрос, который был. Откуда тебе берется номер 6? Это сейчас большая проблема, откуда взять стоимость. Вы имеете в виду рыночную стоимость? Я имею в виду этих самых транспортов. Рыночная же стоимость всегда формируется как? Ее формируют спрос, но это обычный экономический. То есть там, когда не было металла искать, рыночная из металла стоит дороже. У вас, кстати, на рынке стала масса, и это не покупали в цене, но это все как бы... То есть там не зависит от культурной ценности, там больше от распространенности? Да, рыночная цена, она очень не формируется по своим правилам. Есть методики, есть даже методички, как рассчитывать музейную ценность, да, экспонат. Но они как бы вот не очень хорошо работают на самом деле. То есть нету такой хорошей, универсальной методики, чтобы все могли пользоваться. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Следующая лекция от философа Михаила Шигмана «Признаки университетской науки». Приходите.